следующий у нас Павел Сидоров. Проект наш называется «Аналитика блокчейн», то есть мы предполагаем создание системы для анализа данных, которые находятся в блокчейн. Ну, то есть вы, наверное, слышали там «business intelligence», да, такой термин, то есть, собственно, это вот для этого система. То есть мы, соответственно, решаем как инженерные задачи, так и научные. Да? То есть инженерные задачи — это, собственно, считывание данных из блокчейна, хранение данных, нормализация, построение OLAP на этих данных, и, собственно, второй как бы блок, который научно-интеллектуальный, это машин лернинг на этих данных, ну и, собственно, визуализация. Соответственно, у нас сейчас в команде есть как бы понимание, что мы за 48 часов все это не делаем, то есть мы за 48 часов собираемся сделать анализ ICO, то есть мы сначала хотели делать анализ ICO Waves, но Waves пока не продуктивная сеть, поэтому мы будем делать анализ ICO доктерной биткоин-инфляции, да, то есть у нас стоит задача считать эти данные, они открыты, они есть в блокчейне, и эти данные обучить модель и визуализировать. То есть нам нужны разработчики, у нас есть несколько разработчиков, то есть есть фронт-энд разработчики, есть бэк-энд разработчики, есть те, кто занимается анализом данных, но в принципе все, кому это интересно, то есть все, кому интересно данные анализировать, все, кто умеет делать хороший бэк-энд, ну, так как мы анализ на питоне, скорее всего, будем делать, то и бэк-энд на питоне, да, тоже. Соответственно, кто там, не знаю, с базами данных в памяти работал, кто хорошие графики на JavaScript умеет рисовать этим всем библиотекам популярным пользоваться, то есть всех как бы добро пожаловать. Собственно, на этом все. Спасибо огромное.